рейтинге. ИСУ проигрывают Екатерине, выигрывают у Рублева и Шефер. Здесь на этом турнире уступают, но вообще это довольно-таки очевидно, что наши спортсмены, конечно, выше классом, чем Хайкова и Винкур. Видимо, просто недомогание Шефера в свое время, ненужные операции, которые мешали им целиком проводить сезон, не позволили им в рейтинге занять достаточно высокую позицию, чтобы они здесь выступали позже чехов. Но по классу вы видите, что они их обгоняют на 3,5 балла. Это грандиозное преимущество в обязательном танце. Хайкова и Винкур получают за каждый из компонентов на балл меньше оценки. Ну и в сегментах у них сплошные минусы, все частички танца, все его отрезки были выполнены, по мнению судей, с минусами. Но пока хуже всех, у всех пар получается именно первый сегмент второй серии, что в очередной раз доказывает, что вторую серию начинать сложнее всего. На льду Кэтрин Копелли и Дэвида Стангенуас. Это Литва. Кэтрин Копелли и Дэвидас Стагниунас из Литвы. Тренируют эту пару, выступающую за Литву, Лена Анатольевна Гаранина, которая в свое время выступала в танцах на льду с Игорем Завозиным, с Игорем Леонидовичем. Не получилось у них в своей карьере спортивной стать призерами чемпионата СССР, но какие восторженные отклики остались после их катания, как много о них говорили прекрасного и говорят сейчас. Не знаю, говорила или не говорила это Татьяна Анатольевна Тарасова, но читал в одной из книг о танцах, ну, такая статистическая книга, фразу Тарасовой, что Гаранина и Завозин – это золотой фонд советского фигурного катания, но практически не использованный, к сожалению. Ну, так складывается иногда судьба спортивная, что либо попадаешь в какую-то жесткую конкуренцию, либо просто терпишь какие-то непредвиденные неудачи, может быть, здоровье мешает. И вроде человек талантлив безумно, но вот результата того, о котором все мечтают, его нет. Но зато потом можно воплотиться в детях, в учениках, в каком-то еще творчестве. Ярчайший пример тому, конечно же, Жулин, который не выиграл свое золото спортсменом, но выиграл свое золото тренером. Думаю, получил не меньшее удовольствие, а может быть даже и большее. Ну, еще один тренер у них, это Валерий Спиридонов. Его здесь нет в Kissing Cry Connor. Тоже катался в СССР.
Ярцин и Валянск, они были бронзовыми призерами чемпионата страны. Кэтрин Коупели и Дэвидас Дагниунас получают 27 баллов. Они обгоняют российскую пару Рублеву и Шефера на балл без двух сотых. 14.96 у них по сегментам оценка. У них один единственный минус. И опять же в начале второй серии. Минус 14 сотых они там получили от судей. И один плюс, это последняя...